Так, ну короче, на какой планет идем? На какой планет идем? На Б. 10-6. TeamSpeak против глобалов, то есть там реально глобалы играют, там, то есть элита. Да, там глобалы, типа, базару нет. А, ну один рейнджер попался, да. Но так там в основном глобалы, после надо будет не забыть сделать скрин. А! Минус 20, минус 20, минус 20. Да я смотрел это. Я смотрел, что там за типы играют. Так, мистер Арбузик. TeamSpeak на глобалах. Мистер Арбузик, у него, по-моему, там 10-й левел фейсит-то еще. Так. Так. Все хорошо. Все хорошо. Арбузик-то тут сейчас соло, смотри, смотри. Не, ну. Я вижу, в нем пахнет киберспортом. Не, он софт, он софт. А, у них типа и сделал. ZPX. Ну это ж глобалы, да, у них там элита. Да, да, элита. Так, ну. Ничего, бывает, бывает, конечно. Да, бывает. Nice try, nice try. Да, да, да. Неплохая да, попытка да, у нас да. была. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, Дмитрий как... вантапов получается. Блин, какая досада, он меня прострелил. Я ему 6 урона нанес. Вот, короче. Блин. Не, ну ладно, сейчас отомщу ему, конечно. 6 урона. Ой-ой-ой. Ой, у меня Синсу сорвало. Такое тоже бывает. Глобалы так и не играют. Ой-ой, какая досада, что же он тут делает? Ну да-да-да-да-да. Укуси меня, пчела. Что же он там делал? Ой-ой-ой. Блин, ну, что-то тиммейты, конечно, пока плохо играют. Ой. Так, ну тут все серьезно. Я минус ХД иду. Типик стринг. О, молодец, ой-ой-ой. Молодец. Красава. Ой, ну там... Только ему уши прострелили, но это тоже красава. Ну это да, бывает, не услышал, но все равно молодец. Красава, красава, nice try. Ну да, 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 хорошая попытка была. Так, ну у них тип 9 на 0 идет, то есть это... Так, понятно, что он хорошо тренируется, да? Ну да. Красава, молодец, у него 2к часов, то есть, да, добился многого. А, он то есть уже сидит в яме, но вот опять досада. Опять неудачная попытка убить противника. Мистер Арбузи, кстати, делает килл. Это неплохо, это неплохо. Ой, какая флешка от тиммейта? Ну, блин, ну бывает, ладно, ладно. Залетело, вот, отвечаю. Вот, блин. Вот, блин, ноль урона, ну как же так? Блин, интернет, наверное, плохой. Да, да. Ситуация не из легких. Лаймчик, а, лаймчик, да. Главное не путать с лимончиком. Это лаймчик. Читает соперника. Так. То есть он глобал, да? А, ну вот, видите, мастер у него, то есть, да. Почти глобалы, то есть тут уже претенденты на глобалах играют. А я иду 1 на 3, так что... Это нужно исправлять. Нужно учиться на своих же ошибках. Блин, что-то и лагает немного интернета, блин, блин. А, ну ничего страшного, в принципе, нет. Ну да, все, все хорошо. Все окей. Мне нравится так играть на самом-то деле. Это наоборот читы, да. А, ну я ему сейчас, по-моему, в ногу блин, попал, он кстати. Он уже яму запушил, блин. Я сейчас типу досада. В ногу зажал, конечно. Прицел на голове был, это обманка. Вот. Невезучий день какой-то. Да-да-да-да-да. Встал не с той ноги сегодня, конечно.
мистер Арбузик. Добивает чувака, которого я накоцал. То есть, красава. Красава, да. Дает хаешку. Никого пока что не убивает. Так, сидит на этой же позиции. Сделает ли он клатч? Сделает ли он клатч? Почти, почти. Ну, кстати, сделал он клатч? Сделал. О, там тип забагал, кстати. Тоже красава. Прошаренный. Он типа не умер. Типа читер. Ну, не читер. Типа вот читер, это, конечно, но не да. читер. Так, идем что-то с плохим счетом, нужно это все делать, камбэкать. Блин, 0 на 4, блин, блин, вообще жалко. Да, у меня 1 на 4, досада какая-то. Не прет вообще. Да сегодня просто не разминались еще. Блин, втроем пушить туннель, ну это, кстати, крутая тактика, ну я думаю, на заметку к себе возьму. Мне очень нравится. Ой-ой-ой, меня чуть не убили. Я был на грани смерти. Поэтому я иду на апленд. Но там тиммейты уже решают, да, решают эту ситуацию. Так. Я порешал с последним чуваком. Блин, молодцы, молодцы вообще. Красавы, на глобала играют, да. Да-да-да-да-да. 2-3 счет в нашу пользу, это очень хорошо. Хорошее начало за той сторону, которая здесь слабее. Такое бодренькое начало очень, особенно когда я 2 на 4 иду. Немного не залетело, но повезет в следующий раз. Если там чувак в туннеле, никого там нету. Что тут стоит? Человечек на парапете. Ай-яй-яй, какой плохой. Ну, у нас тиммейт хороший, убил противника. Так, я убиваю противника на лестнице аплента. И последний у нас в колоннах. А. Блин, какая досада, не зарегистрировал. А, это был не последний. Вот досада, я думал, это последний. Я что-то не посмотрел, кстати. Не досмотрел, но наши тиммейты 1-2. Думаю, они затащат. Так, ловит голову. И у нас остается тип экстринг. Затащит ли он этот клатч? Выиграет ли он? Так, так, так. Красава, красава. 1 хп. Красава, лучший. Выиграл этот клатч и унизил противников. Да, да. 3 счет. Ну ничего, ничего, в следующем раунде. Да, 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 сейчас повезет. Сейчас все будет. 4-5 счет, но это мы сейчас все исправим. Сейчас мы выйдем на первое место. Даю флешку туннель. И там никого нету. Есть чел на парапеде. У меня все залагало, вот досада. Вся картинка на месте зависла, но повезет в следующий раз. Так, тиммейт убивает. На парапеде еще чел есть. Ой, блин, вот это да. Конечно, бывает, бывает. Лаймщик. Ой-ой-ой. Тиммейт Савика унижает. Мистер Арбузик. Унизил Савика.
профессиональная игра с АВП. Так, ну ничего страшного, опять же, нету. Хоть мы идем минус КД. Мы должны выиграть главную эту игру. Вот, блин, опять... Вот досада, конечно. Голову не зарегало. Но это, я думаю, ошибка не игры, а моя ошибка, что я не дожал его. Да-да-да-да-да, вот у меня тоже сейчас такая же похожая ситуация произошла. Да-да-да, бывает такое. Вот, к сожалению, бывает вот то, что не везет именно. Лаймчик остается в клатче. Сможет ли он выиграть клатч? Встал ли он сегодня с правильной ноги? Дает минус один. Почти, почти был, почти у успеха. Так, 4 на 7 иду, но это неплохой счет, кстати. 2 на 8 намного лучше. Я случайно купил P350 и MP7. MP5. Как же я могу путать? Но мне дали калаш. А, кстати, у нас довольно профессиональные тиммейты. Экономисты на первых местах. Кстати, да. Экономисты довольно жесткие, да. Поделились с тобой калашом, а у меня даже не писал. Да, они ж, короче, дружат просто с теми, кто продает калаши эти. Братки коренные. Да, по-братски чисто. Чисто по-братски калаш взяли. Ух ты, ух ты. Истинные профессионалы. Ой, Сенсу срывает. Ух ты, вот это, конечно, так. Так, убиваю чувака в спину. У нас самые лучшие тиммейты. Самые лучшие тиммейты это у нас. Ну, к сожалению, я иду 5 на 7, но это не стоит огорчаться. К сожалению, иду 2 на 9. Блин. Да, это тоже не стоит огорчаться, но... Я у нас тиммейты тащат. Все киллы тиммейты делают. Потому что это везучая катка. У нас попрались истинные профессионалы в тиму. Так, у нас тиммейты купили дигл, у них деньги опять не списало. Это довольно мистическое, так сказать, явление. Ну, паранормальное, да. Вот. Не знаю, как это еще описать. Хорошо тебе с ВХ, да у них ВХ нет, у них только экономика хорошая. Они очень хорошо выучили эту игру и уже дружат с продавцами оружия. Видимо, я хорошо сотрудничаю. А, там уже 1100 у нашего тиммейта. Это неплохо, неплохо, на самом деле. Походу, это Upland. Поэтому я закину им хаешку. Ух ты, как же ты побежал. Странно, одна мистика. Даю голову, ухожу, потому что меня могут разменять. Выходит, там еще один тип. Даю ему вторую голову. Я уже иду в 1 КД. Так. Так, стоп. Я не забираю спину, как каким-то образом он скрылся под лестницу. Я очень хочу его найти. А он уже выбегает на B-плент. И даю третью голову. Неплохой раунд, продуктивный довольно-таки, да. Продуктивный раунд. Тиммейты просто лучшие. Так. Ну вот, у них опять, да, опять, короче, какое-то паранормальное явление здесь происходит. Какая-то полная мистика.
Дмитрия Масленникова сюда уже скоро можно будет вызывать. Нужно будет предоставить ему локацию эту. Так, я иду с арбузиком. Вот, блин! Ой-ой-ой. Жалко. Меня жестко накоцали. Мне так хорошо. Помогите, ребята, это Б-плент. Последний человек, по-моему, на пропеде. Или где он? Опять загадки. Ничего. Лимончик все знает. Ну, кстати, да. Читает игру просто как тир один игроки. Ну, как бы это дефолт? Дефолт глобал, то есть мастерс 0.80 кд. Читает игру и учится на экономиста. Да, кстати, можно попросить дроп, потому что они учатся на экономиста, опять же. Ух ты, вот это, конечно, арбузик экономист, экономист. Ну, либо это паранормальное явление, либо экономист. Конечно, что-то вот из... это мне он дропа тут понадавал, маловато. Что-то из этого. Мало? Ну ладно. Это очень мало дропа он мне сейчас дал. Так. Это все, купил пулемет и две эмки, ну, это, в принципе, достаточно дефолт вещь в экономике. А, ну да. По-моему, там Saints так экономят. Ну да, это же типа... Horizon, все вот эти NN-тимы всякие. Так, убиваю чувака, который шел под Б. Это жирный плюс. Жирнейший плюс. Все, я жду, я на пачке сижу, я жду, пока они меня запушат. Арбузик сливается, все плохо. Я сижу все еще на пачке. Пачка у меня в руках. Ой-ой-ой. У них отлетает их. Ой-ой-ой-ой-ой. Тиммейты все решают просто. Да, тиммейты все порешали, все проблемы. Да, все хорошо. Ну, у нас еще, кстати, чемпион в тиме. Ну да, все нормально, все топ. Так, их уже четверо. Они понимают, что они нас не вывезут. В начале же катки мы думали обратное. Так, у нас арбузик с АВП. Покажет ли он хорошую игру с АВП? Так, ой-ой. ХЕшка неправильно залетела. Я за арбузиком добиваю. И тут меня сразу разменивает ZXX Акерман. Ладно. Лаймщик. Считает ли он игру? Он также работает на экономиста. Убивает спину. Хорошо. Неплохо. Так, еще одного убивает. Вот это да. Вот это я понимаю скилл. Так, тут какая-то... Блин, какая досада. Какая-то мистика. У тебя какая-то мистика произошла. Сейчас я видел, да. По призракам пострелял, кстати. Смотри, лаймщик, он читает игру. Что? Тебе тоже кажется, что ему нужно идти в киберспорт? Многие... Да нет. Многие таланты отвергнуты бывают обществом. Просто с радаром. Какой софт? Подожди, про что они говорят? Чего? Чё, какой софт, алло? Чё мне говорят? Какой радархак? У нас ничего нет вроде. Не, ну у нас правда ничего нет, алло. Нас же не забанят? О, нет. Да, он не наш. Ай-яй-яй, как же они обзываются, конечно. Да обзывайся, тут сам так и называется. Ой-ой-ой, мне опять ставят голову. Вот досада. Мистер Арбузик. Блин, как же меня бесят эти призраки, по которым я стреляю. Они, ну, наблюдай, мистер Арбузик и лаймщик у нас тащат соло-тиму, потому что я даже не вижу киллы, то есть меня просто убивают, а я не вижу киллы, то есть они все делают за меня. Я даже не чувствую потом.
Типик Свинг, так. И Лаймчик. И Типик Свинг. Выиграет ли этот решающий раунд? Лаймчик что-то чувствует. Чувствует какие-то звуки. Какие-то запахи здесь летают. Какие-то вибрации. Да-да-да. Ну у него, по-моему, не, у него наушники хорошие просто. У него на наушниках RGB подсветка есть, короче, поэтому он все слышит. Ну, кстати, да, так. Что-то почувствовал, такое? Почувствовал. Что происходит? Убил, почувствовал. В этих наушниках слышен и shift. Блин. Ой, флешка не залетела, конечно. Флешка, конечно, у него неудачная. Так, чувствует. Как-то прицел сам туда магнитится, по-моему. Почувствовал, да. Довольно неплохо. Да, довольно-таки неплохо. Сколько же дадут плюса на глобала? Тут почти глобалы, так сказать, ну. Относительно. Немножко не хватает. Да, но мне вот реально немного не хватает. Сколько тут? 200 ммр до глобала. Плюс 16. Довольно неплохо, да. Ой-ой-ой. Вот довольно совсем так неплохо. Да, да. Да-да-да-да-да. Ева. Ева. Бля, ну там профессионалы у нас, конечно, жесткие в тиме были. Там, короче, вот этот, этот арбузик, я пишу, типа, дай мне дроп, и он мне берет, он, короче, позакупает два пулемета, скидывает ПМки,